Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя и 25-летию со дня основания органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, прошло в областном общественно-культурном центре. Участниками праздничного события стали руководство области и города, ветераны отрасли, почетные гости, молодежь. Благодаря руководству МЧС, органам власти и представителям силовых структур вы успешно выполняете поставленные задачи и поддерживаете высокий уровень безопасности. Ваш самоотверженный труд заслуживает искренней признательности и благодарности. Ведь в нем есть место подвигу и героизму. Разрешите пожелать вам и вашим семьям, вашим близким крепкого здоровья, чистого неба и сухих рукавов. Пусть вам всегда сопутствует удача и успех. А главной наградой за ваш труд будет искренняя благодарность жителей города Гомеля. На сегодняшний день белорусская структура МЧС включает более 15 подразделений специальных служб. За 25 лет они достигли высоких результатов в вопросах обеспечения безопасности нашей страны. Ежегодно улучшается материально-техническая база подразделений МЧС. Смелые и отважные специалисты этой отрасли – люди с большим сердцем, которые 24/7 готовы прийти на помощь каждому. Профессия спасателя сложная и опасная. Ей посвящают себя сильные физически и крепкие духом люди. Те, кто готов работать в самых сложных условиях, рискуя своей жизнью ради спасения и оказания помощи попавшим в беду людям. Кирилл Дрозд признается, что к выбору своей профессии подходил осознанно. Свою профессию я выбрал еще будучи школьником. Съездил впервые на конкурс школы безопасности в город Минск в 2011 году. Посмотрев, как живут курсанты МЧС, команды инженерного института, сейчас это учебное заведение называется Университет гражданской защиты. Я понял, что это мой путь и это моя судьба. В нашей службе все должности важны, и каждый приносит какой-то вклад и имеет свою весомую и бесценную роль, начиная от пожарного, заканчивая уже центральным аппаратом, министром МЧС. За образцовое качественное выполнение оперативно-служебных задач, значительный вклад в сохранение безопасности в регионе, а также за долгую и преданную службу лучших сотрудников отрасли наградили юбилейным знаком 80 лет освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков грамотами и благодарностями. В продолжении вечера работников МЧС и почетных гостей мероприятия поздравили творческие коллективы, с музыкальными подарками выступили и представители белорусской эстрады.